Более 500 миллионов рублей выделят из бюджета республики на капитальный ремонт детских садов. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Один из объектов, давно нуждающихся в ремонте, детский сад в Синьялах Чебоксарского района. Маленький Захар ждет у окна папу. Сегодня в саду особенный день. На утренник по случаю Дня защитника Отечества собрались родители и весь педагогический состав. Места всем не хватает, но это проблема многих учреждений старого типа. Музыкальный зал, он же спортивный, актовый, уютный, но небольшой. У меня здесь как у двое детей ходит садик. Одному 5, другому 4. Тут уже давно это капитальный ремонт не делалось. И двери поменять, и окна надо поменять, потому что окна здесь везде продувают. Но это ремонт очень нужен. При входе в садик уже, то есть ощущение состояния садика сразу видно. Хотелось бы для своих детей, чтобы улучшили весь садик. Не только снутри, снаружи. Не соответствует санитарным нормам и пищеблок. За последние 3 года, конечно, сделано немало. Заменили окна и двери, установили водонагреватели в группах и даже закупили современное кухонное оборудование. Новые электроплиты, стеллажи, столы. А вот для холодильника, электромясорубки и овощерезки места не хватило. Очень маленькое помещение. Здесь горячий цех у нас. Здесь у нас холодный цех. Старая электропроводка тоже не выдерживает напряжения. Сейчас все вермишелевый. Мы можем включать 4 конфорки. Если мы включаем 5, тоже невозможно. Выбивает у нас. Обветшалые инженерные сети, плохая вентиляционная система. Невооруженным глазом видно, нужен капитальный ремонт. Вентиля, они все уже заржавели, их невозможно ни туда крутить, ни сюда они не крутятся. Конечно, своими силами коллектив периодически делает ремонт. Мы своими силами, конечно, вот так вот замазываем. Они вот каждую весну у нас все выпадает. И фасад обязательно нужно покрасить. Оно у нас тоже такое невзрачное в таком состоянии. Хотелось бы, чтобы оно было яркое, такое вот красивое, чтобы привлекало, чтобы издалека было видно, что это действительно детский сад. Детскому саду 30 лет, в округе он один. Нагрузка немалая, 150 детей. Так что капитальному ремонту, можно сказать, готовы и уже строят первые планы. С момента открытия нашего детского сада у нас капитального ремонта ни разу не было. Конечно, в этом году нам выделили 10 миллионов на капитальный ремонт нашего детского сада. Ну, мы, наверное, планируем в первую очередь кровлю отремонтировать. Хочется, конечно, нам поменять оконные блоки, фасад. И на первом этаже хотелось бы мне поменять вместо линолеума плитки положить, потому что по санпину, уже по пожарной безопасности, линолеум не должен быть в садике. Поддержка образования – одна из приоритетных статей расходов бюджета. Комфорт и безопасность детей стоят того. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.